база готовая, там мы должны четко понимать, когда поляна это готова. Да, и чтобы мы синхронизировали, сейчас работаем, приступили обязательно к забору, приступили к планировке, это нам ничего не мешает. Ничего не мешает виду работы одновременно. Но мы должны уйти именно от дождей, которые предстоят там впереди и всего остального. Иначе мы так попадем в колею, там ничего не сделаем. От этого надо уходить. А уходить нам все придет. Поэтому работа сегодня ни шатка, ни валка. Пока идет зачистка территории и ни одного строителя. Валентина, где строитель? Ну да, где строитель? Неоднократно. Вот неоднократно. Поэтому Михаил Александрович, мы работаем в каком формате? Исправляете формат? Меняйте все. Вот как надо заниматься, Валентина. А рассуждать, когда придет уже ноябрь месяц, слезы и стоны никому не нужны будут. А мы должны играть здесь уже начать. А у вас там ни одного строителя, здесь полчеловека работают. И когда это мы так решим вопрос? Завтра еще раз собираюсь. Это не завтра собирать, а собирать каждый день планерки здесь надо. Каждый день планерки, Михаил Александрович, собирать, пока в темпы работ не войдете те, которые нужны. А это что такое? Федеральный патронат над объектом, который упустили к чемпионату мира, не сумели сделать, а другие территории сумели сделать. Это уже минус. Объект, который хотели снимать, но опять же договорились, что сделаем его одним из лучших. Опять ничего не организовано. Как же так? Ну как же так? Я краснеть устал за вас там, в министерстве. Из-за вашей вот того, что не умеете организовывать. Поэтому я сюда приеду к концу недели. И очень бы хотел здесь видеть все виды работ. Все виды работы. За это же вы расплачиваете по выкупу. Какие проблемы? Вообще никаких проблем нет. Это не по выкупу. Сделали, получили деньги. Сделали, получили деньги. Вообще проблем никаких нет. Поляны, ничего нет. Поэтому полное недовольство и как бы такое вот устное всем предупреждение. Всем ответственным лицам устное сегодня предупреждение. К концу недели будет такое. Будем расставаться. Так не пойдет.